куда подует ветер, туда и облака по руслу. 13 мая состоялась общегородская эстафета на приз газеты «Предильщик». В городе проходит эстафета городская, общая. Не каждый город может похвастаться таким вот событием, но приз газеты «Предильщик». Эта эстафета проводится в нашем городе уже 30 лет. В ней участвуют школьники, учащиеся ПТУ, работники предприятий и воинских подразделений, а также клуб инвалидов-колясочников «Риск». Дистанция эстафеты 2 километра и состоит из 10 этапов. На каждом этапе находится судья-наблюдатель. В эстафете участвовало 225 человек и 10 человек инвалидов-колясочников. Сопровождала эстафету машина скорой помощи, на которой дежурил врач Сорокин Борис Николаевич. Среди девушек первое место заняли школьницы школы номер 1. Среди юношей лидировали учащиеся школы номер 3. Среди мужчин лидерами были работники НПО машиностроения. Воинское подразделение моряков заняло второе место. Среди женщин первое место заняли работницы акционерного общества «Рютовская мануфактура». Главный судья эстафеты – Пешков Анатолий Семенович. Судьи готовы? Аплодируем! Прекрасно выступили члены клуба «Риск». Можно только позавидовать целеустремленности и упорству этих людей. Первым к финишу пришел Андрей Желобов. Вторым был Владимир Кашицын. Приятная церемония вручения призов сопровождалась дружными аплодисментами. Призы вручала замглавы города Бабалова Анна Васильевна. Особенно приятно приветствую всех участников соревнований от имени администрации. Особенно мне хочется поздравить сегодняшних победителей соревнований. Очень приятно, что вы продолжаете самые лучшие традиции спортсменов нашего города. Награждается команда девушек школы номер 1, занявшая первое место в 30-й городской лёгкоатлетической эстафете на приз газеты «Прядильщик». Команда юношей школы номер 3, занявшая первое место в 30-й городской лёгкоатлетической эстафете. Команда акционерного общества «Рютовская мануфактура», занявшая первое место. Я искренне рада, что в этом году команда «Рютовская». А эта группа участников соревнований получила поощрительные призы. Продовольственный набор от первой школы. Виноград Рунина, бежала от Рютовской мануфактуры. Заняли первое место. Поздравляю вас. Спасибо. Какое у вас настроение? Боевое. Старший сержант Платонов. Бежали мы определение от военной части 49-383. Заняли второе место. Поздравляем. Спасибо большое.
Ну, ваше впечатление от эстафеты? Ну, очень хорошо, пробежали довольно-таки. Мы не ожидали, что займем у тебя второе место-то. До дальнейших. Спасибо большое. Да. Как участник. Ну, вы понимаете, каждый, так сказать, хвалит, так сказать, то, на чем он, так сказать, своего коня, на чем сидит. Хочу сказать, что если бы все сели на аналогичные, так сказать, агрегаты, скорости были бы выше, азарт был бы больше. Вот. Но они предпочитают ездить на своих самокатах, поэтому приходится считаться с тем, что они не первые. Хотя, скажу честно, я тренируюсь каждый день, так сказать, и помного тренируюсь, у меня сейчас хорошая спортивная форма. Я стремился. Да. Победил. Потому что конкурентов было я и Далёшка. Среди женщин клуба «Риск» лидировала эта обаятельная женщина Наталья Ларина. Закончился этот спортивный праздник, и все участники соревнований, усталые, но довольные, разошлись по домам, обмениваясь впечатлениями.